каким образом использует графический дизайнер навыки художественной подготовки в своем деле? Ну, использует прямым образом, потому что, собственно говоря, как я уже сказал, графический дизайн — это художественное оформление изначально. Называлось оно так. В общем, собственно, то, что сегодня у нас дизайном называется все подряд, это вовсе не значит, что так и есть на самом деле. То есть я заметил, что в народе вообще вот все, что непонятное и условно кажущееся кому-то прекрасным, всегда, о, ну это, наверное, не искусство, но это точно дизайн. Значит, вот давайте, наверное, я все сегодня про какие-то традиционные ценности, в России же теперь об этом принято. Так вот, исторически образование нормального культурного человека, а мы считаем, что дизайнер, в общем, человек условно говоря, культурный, ну, предполагаем это, оно включало в себя, например, обучение ИЗО гораздо более глубоко, чем мы сегодня изучаем в школе. Я всем участникам концессии хочу напомнить прекрасный исторический персонаж, которого все, конечно, знают, это сэр Уинстон Черчилль, который, получив обычное домашнее образование, ну, качественное, правда, не только был, в общем, самым значимым, наверное, премьер-министром в истории Великобритании, но также является лауреатом Нобелевской премии по литературе, чему отдельно в литературном институте не учился, а также его картины находятся в коллекции Британского музея, тоже, в общем, наверное, неспроста. Это, в общем, то, как должно было, по идее, выглядеть образование. Сегодня, конечно, мы сталкиваемся с людьми, которые решили, что они хотят быть дизайнерами. При этом они не очень понимают, что такое дизайн. В музее были в своей жизни 2,5 раза, а картину видели всего одну. И ту в учебнике литературы за 4-й класс, который прочесть они не смогли. Ну, то есть, как бы, по-честному, конечно, чтобы заниматься графическим дизайном, требуются художественные навыки, технические, технологические, потому что дизайн — это художественное оформление все-таки функциональных вещей, все-таки дизайн — это очень прикладная вещь, ну и общий уровень культуры. С чем вообще катастрофа? Вот, собственно говоря, 3 навыка, которые нужны. А все остальное — дело техники.